Совсем. Так, башка, Мишаня надо? Или у тебя хорошая? А у Миши такая же, у него с этого, блядь, что у Миша, это у него, блядь... Не надо тебе, Миша, да? Миша, прием. У него свет вырубило. Ладно, пока заберу себе, там, если надо будет, ему отдам. Слышь, меч. Это... Хантовский. Кирилл, там, короче, Мося спрашивает, типа, если что-то нахилали, на сову не надо никому, типа... Давайте мало. Сюда, ребят, хилы. Если, Арцайл, если ты ему отдашь кинжал, скажешь мне, я ему ГП начислю. Посох, этот меч нужен кому-то, этот критарп, нет? Ребят, ремонтника. Да-да, сейчас. Никита, тебе не нужен? Так, кольцо. Хаст МП5. Плохое кольцо с тобой тоже. Хорошо, Дима, сейчас начищу. Ладно, сейчас тогда кольцо пока этот я заберу себе. Ладомир зайдет. Может, ему надо. Там потом будем разбирать. А, у Миши хорошее. А, у Миши такое же есть. Тогда Миша не надо. Шевульпа на офспек и версик на офспек. Правильно понимаю? Тогда Шевульп, я думаю, у него выше приоритет. Так, это значит 99-49 принять. Сейчас. Миша, ты зашел, нет? Меня Миша выгорит, блядь. Он в Дисе написал, этот, в телеге написал, что у него свет, да? Да. Сука, чё за день, нахуй, а? Вроде у него был ШП. Я не знаю, что у него ДЦ написано. Версик, ты тут? В Дисе? У тебя ШП мейнспек или ДЦ? Ну, у него, я жарю, у него неправильно просто записано. Сейчас исправим. Он тогда просил, этот, мы его просили, чтобы он поспекался, если что. Но у него мейнспек ШП, я это точно помню. Так, ждем Мишу. Тогда надо будет вопрос по башке, нужна она ему или нет. Кирилл, у него вырубили свет, короче. Я пока отойду, напишите в Телеграм. Мне надо это, короче, посрать. Да серьезно, блин. Курите тогда 5 минут. Через 5 минут приду, будем что-то думать. Придет Мишаня, че не придет, хуй его пойми. Да сыграем как в десятке, нахуй, через руку. Просто будем ее дамажить и все. Так, отошел на 5 минут.
Так рыба стоит, ешьте все. Все, артстайл столовка стоит под грудью. Будем играть как в десятке через руку. В руку взяли, дали в нее 3 сотки, блять. Отпустила, бьем дальше грудь. Третьего танка, чтобы не спекать, время не терять. Ты в танка спекнулся? Ну давай тогда. Так, меняется план. Давайте, Телдрин и столовка стоят под грудью, артстайл ловит мобов. Мобов отводит в сторону, напуливают ханты на него. РДДшники, соответственно, резко мобов залили и все. То есть играем через правую. Играем стандартно. Так, все были готовы, столовка, поехали. Я хотел бы сказать, дайте геру, блять, но... Есть тут такие нюансики, блядь, в этом вопросе. Пусть один хан включит листик. Какой молодец, тыкни. Или кто-нибудь там уже включили, хорошо. Так, в руку поехали. Руку бьем все. Череп на нее поставил, кому не видно, что такое рука. Так, через 5 секунд ебанет волну. Сокру, готовьте. Давай, сокру. Сокру, подкиньте кто-нибудь. Отходите вправо, ебашьте босса. Ханты напуливайте трэш. Отводи трэш. Все РДД ебашьте под трэш. Суф, подними не Мишу. Артстайл, прожмись. Дайте в него лоха. Столовка, живи. Мося, подними малага. Пук дракона, подними, какой молодец. Сразу забафали людей. Четко ты встали. Так, рука отросла. Бьем пока грудак, как кого-то в руку возьмет, будем по руке заезжать. ДПС может не хотите выбить. Да хватит. Все, поехали по руке. Руку все бьем. Версик отъехал, БР нету, блять. Добиваем руку. Рай. Так, милики, смещаемся все правей. Артсайл собирай. На пуль на него хорошо, Никита. Моба, в рейд пошел, забери.
Заливайте резче мобов. Как варик турку еще раз. Минус 15%. Мы сейчас начнем бить ту, блядь, вырастет новая. И получится чистая хуйня. Сколько там до нового? Возрождение руки 3 секунды, блядь. Там 50%. Похуй на руку, пиздите, блядь, все в грудах. Бейте все грудь. Два ляма, блядь. Транквил или гимн на хп, Слава, что-нибудь там подкинь. Так, побежал кто-то там, Вася или Мося. Все. Резайте людей, которые поумирали. Если Андрей скажет, до босса сфера падает. Это ж хорошо, блядь. Так. При получении. Поехали. Хоста меткость, тканевые запы. Так. По приору забирает Малах. Держи. Так, это штаны при надевании, кольчуга, это БОЕ. Так, винтовка, надо кому-то? Арпа, хоста. Роги там, может, какие-то, ханты, кому надо, хуй знает. Кран тебе надо? Тогда даю арцелу. Кстати, я за тебя хорошо вспомнил. Блин, надо тебе ГП начислить за дагер. А ну шифта не дагер. Сколько там за него? 351? 351. Переключитесь. Играйте по черепу. Точечно. Не кливайте второго, потому что сейчас подохнем тут как бомжи, блядь. Все, идем быстрее сюда вперед, пока она далеко ушла. Вот тут рыбу ставь. Быстро едим рыбку. Так, становитесь все кучно в один кемп. Присты на себя щит от Фира. Маздиспл кастуйте, потому что тремора у нас нету. Будет, блядь, чисто хардмод, блядь. Там во время каста сбивается. Это понятно. Вообще просто к тому, что, блядь, все будут в Фире бегать постоянно по КД. Припотики не жалеем, сразу резко сейчас по котам заехали, клиф хороший дали. На пульте котиков, танков.
Напулили и поехали, кливаем их. Все, поехали по боссу. Стойте, куча, у нас минус 3 человека, оно будет дамажить больней. Кливайте под боссом. Так, сейчас выходит котик, Егор, сразу стан в него. Поехали все по коту. Быстрей. Пока он никого не разорвал, у нас мало людей и так. Так, фир даю. Сбил каст. Кота, 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 законтрольте его станом еще, подкиньте. Захильте людей, Шивуль, поживи. Тучку там отдай, не жалей. Вышли с лужи, быстрей. Спускаемся вниз. Визг, стоим под ногами все. Чуть-чуть еще, протяни вниз толпу, чуть-чуть. И все, останавливаемся тут. Все, вот так стоим. Так, сейчас будет фир скоро. Через 2 секунды. Или не будет, не будет. Сбил каст. Стан, стан, стан. Быстро все сбежались в ноги. Блять, от какого хуя вы стоите, хер знает где. Быстрей под ноги. Это после фера. Да это понятно, ну блять. Это стоял, все равно значит хуй знает где. Ну посмотри куда он убежал, в коридор, блять. Заливайте кота быстрей. Череп на него поставил. Выводи, 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 выводи. Столовка, не спать. Прохиливайте рейд. Отводи дальше туда, поднимайся, поднимайтесь по лестнице, чтобы сюда в лужу никто в фире не убежал. Надо меня ресарь, потому что, блядь, каст проблематично будет сбить. Сбивайте каст быстрей. Кто первый, блядь? Похуй, быстрей, быстрей, быстрей. Прохиливайте рейд. Васек, как откатится, подними меня, я тут возле лужи лежу. Поднял, спасибо. Сразу забафайте вара. Стан дали по котику, котика хуярим. Ну, зато у меня хаспотик откатился после смерти. Хорош, блядь. Рога-тога отъехал. Поднимите его, выводи с лужи. Поехали, поехали, поехали. Поднимите рогу. У кого там откатился БРчик? Забафайте рогу. Так, по коту играем. Давайте, скорее всего, это последний котик. Играем по коту, босса кливаем, соответственно. Так, столовка. И повел, 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 быстрей. Так. Становите все кучнее, вставь ее тут на середине, все, играем по боссу до Талова. По идее, блядь. Должны добить. Тут 5 лямов несчастные остались. Кот так не думает. Ну, я так понял, что да. Давайте по коту играем. Я думал, что-то шон успеем набить. ДПС я на лестницу мало... поведу. Да, да. Играем по коту. После того, как кот сдохнет, будем двигаться в сторону лестницы. Станьте кучно, чтобы он не мог бегать. Блять. Сбил.
Блять, кто мобов запулил? Вы чё, блять, задрачиваете, блять? Артстайл, забирай мобов, отводи их от рейда, быстрей только. Гим на хп, дайте быстрей, шевульпа или кто-нибудь, быстрей. Отводи мобов туда, в ебеня куда-нибудь, вышли с лужи. Добивайте босса. Под ноги становитесь все, столовка, не надо так резко убегать никуда, блядь. Люди стоят хуй знает где, через задвиза срежет всех нахуй, кто под ебалом стоит. Все, и по мобам поехали сразу. Босса убили, по мобам поехали. Разверни, а. Давайте, в темпе вальса, надо сейчас за час хранителей запиздили, блядь. По черепу играйте. Ладно, один хуй туда потом идти. Да, давайте на ходе идем чистим. Так. Башка это ебана, это БУЕ. Ой, шея сексуальная упала, блядь. Ой, шея, это башка, блядь, я уже заговариваюсь, нахуй шея. Мося надо, нет? Да, пишет. Тогда держи. Так, плечи надо кому-то эти? А у тебя такие же, да, Димон? Ну, распылишь тогда. Две боехи упало, это уже хоть что-то, блядь. И рецептик упал. Только нахуй не на это. Ну, сфер не дохуя, 4, блядь, с каждого босса падало. Сколько боссов убили, столько сфер. Я выставил их продавать, потому что они, во-первых, как бы, блядь, в таком количестве, как у нас они есть, они не нужны. А есть еще риск, что они сейчас, блядь, за ОД будут, они никому нахуй не нужны будут. Мобов сзади спулили. Станьте все кучненько. Заебись, блядь. Пусть выйдут все, и мы их сейчас убьем. Если уже запулили, надо с ними бегать тут по всему инсту. Там на 30 тысяч уже продалось сфер, блядь, я там в ГБ закинул. Чё они сейчас стоят, сферы? Блядь, 2500, 2600. Чё, аккуратно пробежим? Ну, я не знаю, если получится, под стеночкой. Главное, этих не зацепить. Да это похуй. Нет, ну... Не-н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 е-
сказал.
Бля, хуяк БЕшки, БЕшки в каждом мобе, нахуй. Угу, волониры, блядь, с чем они. Ага. Ебали крескается. Так, все как обычно. Босса пулим с правой стороны, мобов этих кливаем. Четыре моба, которые с левой стороны, РДДшники, они ваши, их надо разбить. А, грозу разносим, геры у нас нету, поэтому надо будет запотеть. Кушайте рыбу, кому надо, пополняйте ману, проверяйте бафы. Если кому-то что-то не хватает, пишите в чат. Да, 30-й осколок вчера с Алгалона взяли. На следующем КД будут делать воланды. Так он также должен собираться, просто 30 осколков и все, блядь. Нет, там сдаешь квест 30 осколков, и в пасть боссу надо кидать на касте. На хардмоде. И только потом сдаешь воланд, получаешь. Лиза, на циркуле было просто так. Какой молодец, что там у тебя? А, ты бежишь. Подбегай быстрее, ешь рыбу. Давайте, надо сейвовенько сыграть, чтобы никто не сдыхал. ДПСа, в принципе, у нас хватит тут за глаза, блядь. Рыба, он стоит, ешь рыбу, бафы по ханту дали сразу. Нет. Потому что ДПСа нету нихуя. Выключи аспект. Суф, что там у тебя? Все были готовы, поехали. Пуляй босса от этих справа, которых кливаем. Играем через босса и кливаем мобов. Стаки не ловим, вводи босса. Моба одного вот этого добить, помогите. Один бью, стою. Просто замультидотайте его и все, и по боссу ебашьте. Так, гроза на мне, в мили разнес, иду в РДД. Мося, разноси грозу по людям. Все, бурсты отдали. Две грозы было, блядь. Ебашьте на все бабки его. Гроза на артстайля, то же самое, разноси. Костер там стакать не забывайте. Терияки, понимаю, блядь. Линка не смерть. Продиспальте милизону. Встали возле большого. Зашли. Гимн на хп, слава. Вася, подними пука. Пук, как встанешь, поднимай Никиту без Вульфа. Мобика вот этого разбейте, который рядом с боссом. Разбейте, разбейте мобов. Чего вы стесняетесь? Они помнишь, нам помогают, блядь. Разноси грозу. Так, минута есть, успеваем, да? Встали возле большого. И зашли. Зашли, 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 зашли. Все, до талого по боссу играем. Вводи его. Так просто, блядь, чтобы мы урон лишний не лутали. Фух. Северная преграда, блядь. Опять, сука, хуя не шея, понял, блядь.
там топовый СРП падает, да? Ну, не знаю, топовая она или нет, просто она мне нравится, блядь. Так, рецепт. ГБ, блядь. Преграды, кстати, нормально, блядь, расходятся. Сколько стоит они? Блядь, ну я давно падал, а последний раз, по-моему, продал за 18. Короче, у меня либо голова, либо плечи, последний, четвертый кусок будет на шипах. Жмите, кому надо, перчатка 39-я. Суф, Мося, может, кому-то надо. Мося надо, да? Держи. Так, поехали. Воин, охотник, шамен, блядь. Шаменов нет. Мне не надо. Пацанам тоже не надо. Хорош, блядь. Так, а у меня же такой, и даже и на танка уже есть. Надо кому-то? Это классно, блядь. Столовки похуй, он это. Беги сюда. У нас есть у кого-то из хантов инчант или нет? Пуляй сразу. Не? Тогда си... Блядь, нахуя вы пуляете? Кого вы слушаете? Ну я не могу лут раздавать, когда висит комбат, блядь. Я постоянно про эту хуйню забываю. Блять, башка нахуй нужна, а не грудак этот ебаный, которых и так уже 80 штук, блять. Дисконт чи шо? Заебись четко нахуй, конечно, блять. Я даже еще, блять, не сфоткал лут нахуй. Хорош, блять. Дисконнект. А что там в сундуке было в левом? Я посмотрел. Надо на YouTube. Ирис, скажи. Короче, там был токен на приста. Какие-то обоссанные штаны, если не ошибаюсь. И второй токен, сука, не помню, то ли тоже вар. На чернокнижника был второй токен. Ну вот один на приста чернокнижника, а второй на вара, что ли? Нет, там не на вара. Вот. На ДК был? Вот. Классно. Типа видео есть, если надо вернуть токены. Я бы хотел бы отката босса. Я тоже. И дай похрумкать здесь, реально. Приезжай. Кирилл. Лейс Макс. Будешь? Блин, хочу чипсов, пипец, не могу. Какой вкус, кстати? Куриные крылышки? Крылышки барбекю, кстати, пробовал, Макс. Сумасшедшая сальса. Нормально. Хочу пиццы, кстати. Слышь, специально для хохлов, нахуй, с салом делают. У нас таких не видел ни разу, нахуй. Сальса — это сало? Сальса, блядь, а мне сало показалось. Ты банан, блядь, из уха достань, нахуй, блядь, сало, блядь. А, банан, блядь. Сейчас бы крабовые чипсы схавать. Вася, ты нахуя, блядь, пробку, нахуй, выточил, блядь, нахуй, на своем токарном сынке и засунул столовки в ухо, блядь. Бля, анальную тебе тоже крабовый нравится, да? Ой. Асуф. Анальную пробку, кстати. Тогда это такая с хвостиком, с королячим, да, блядь? Понял. Соловка, сфоткаешься, потом покажешь, блядь. Конечно, блядь. Надеюсь, сегодня попаду в рейд, блядь, паладина. Конечно, попадешь, но. Третий рейд будет. В среду БДКшкой точно иду в четвертый танчить. Вот, сколько можно? Я сходил сюда. Ну, я тебе скажу, блядь, если б я так вот столько ходил бы в рейды, как, блядь, Слава, я б нахуй с ума сошел, ебать. Конечно, ты че. Да я не могу на одном персе просто, ну, типа, хоть разнообразие какое-то.
Есть такое разнообразие, знаешь, подходишь к жене, снимаешь с нее трусы, блядь, даешь ей под глаза, блядь, такое разнообразие неплохое, блядь. Я три раза. Мне такие разнообразия нравятся. Я три раза пробовал, блядь. Лучше в Ульду сходить, я считаю. И что, не пошло, да, блядь? Потом в садик, в школу водить детей, блядь, ты чё? Лучше Вов поиграть будет. Понял. Ты вытаскивать не пробовал? Четвертый раз не надо, нахуй. Нахуя, блядь? А она мне в деревне. Я послал в деревню. Что, запустили, а? А вроде пустила. Эти сексы вот эти ваши. Ну, сундук стоит, но он не открывается. Вась, ты чё там, блядь, нафиг надо, как это понимать? Блядь? Кстати, и шмот откатило, блядь. Пацаны. Вов, играйте, чильте. Слышишь? Шмот тоже, кстати, откатило. Этот, преграда у меня осталась, блядь. Два токена откатил. Ну, преграда это вообще заебись. Мой сейчас затопчет, ребят, чисто. Рогов, стелс, иди нахуй, ты к людям ведешь. Я спрятался за этой, за урной, блядь. Там просто мобы ходят, всех разносят. Тут все трясется, блядь, я боюсь. Сдохните просто. Не шевелись, Телдрин, не шевелись просто. Кто в бою висит, подойдите к мобам и сдохните. Так, сейчас, что там, Телдрин и Вчела? Мобы разъебут всех, нахуй. Нормально. Нихуя они ходят, тут все трясется, блядь. Как нахуй, это? Вообще все на минимум выкрутил. Как в кикбоксере, короче, помнишь, он это, колонну бил, штукатурка сыпалась. Вот так же. Что-то они убить не могут или что, я не вкуриваю там? Давай, пиздят. Если бы все бы одновременно зашли бы, да, то похуй, еще бы могли бы убить, а тут уже все пиздец. Давайте там быстрее, не теряйте время, Никита, сдохни, нахуй ты того моба кайтишь, блядь. Он такой прошел мимо меня, я думаю, ну ладно. Быстрее, сдохли всех, кто в бою, блядь, встали, зашли. Там портал, блядь, стоит прям под босса. Нахуй время терять. Он где-то еще один ходит. Один вернулся, а второй где? Ходит где-то. Вон он идет, вон он. Осторожно, осторожно, ничего не кастуй. Ебать. Видал, какой важный, блядь. Залетайте в оранжерею жизни быстрей. Еще трэш, блядь, 2 часа нахуй чистить. Илюха, а ты как, сало любишь, не? Это последнее время что-то не особо. Понимаю. Ну. Вы же еще правильно посолить надо. Бля, вот у меня батя раньше солил, пиздец. Ну. Так, на терьяке висит бой почему-то. О, ебать, терьяки, ты откуда? А, это пет. Нахуй, отворачивай, да. Отворачивай, танк, отворачивай их. Это пет, ебать. Только к рейду нет, и отбегите от них из-под ног. Иди нахуй не кастуй в рейд, ебать, чучело. Че чекать-то, Дерафан? Так пошнулся нахуй, опять решил пешком прибежать нахуй.
Странно, блядь. Ну я тут хэма не вижу, во-первых. Мы не захилим, скорее всего. Да что вы говорите, блядь? О, Дерафан пишет. Там и я хуй знает, как по дамагу будет. Я знаю, как будет хуёво.